даже страшно вспомнить, как давно это было. Это было в 89 году. Ну, по сути дела, почти 30 лет я пользуюсь продукцией компании. Но вообще, я должен сказать, что представителям компании сделано шаг навстречу мне. И этот шаг повлиял вообще на всю мою карьеру, потому что он подсказал тогда мне, что уже есть видеокамера. Я тогда собирался какие-то, это было вот в 89 году, и я собирался выполнить аппендэктомию. И просил там специальное устройство для того, чтобы можно было это сделать, такой шпион, как мы его называли. Вот, и Анатолий Ухин, он мне сказал, что вам не нужно не это, а вам нужно вот это, и показал на видеокамеру. И я никогда ее раньше вообще не видел, я не знал, что есть такая технология. И, по сути дела, тогда, вот в 89 году, и решилась вообще вся моя, вот, определила вся моя дальнейшая карьера. Вот этот один день, вот этот один там час общения с представителем компании. Но хирургия ведь это очень консервативный раздел человеческой деятельности, и это правильно, это оправдано, потому что нельзя там делать, что тебе захочется, что ты считаешь правильным, а нужно делать то, что все считают правильным, все сообщество. А на тот момент, когда мы это начинали делать, сообщество считало, что это неправильно, что лучше сделать маленький разрез и выполнить там аппендэктомию, чем или там другую какую-то операцию. Поэтому, конечно, пришлось непросто, было сложно очень. Бернар Шоу сказал так, что разумный человек, он приспосабливается к окружающему миру. Неразумный человек, он пытается приспособить окружающий мир под себя. Вот. И таким образом прогресс зависит от неразумных людей. Вот. Я оказался вот в этом вот как раз немногочисленной группе неразумных людей, которых вот здесь сейчас единицы, которые все это начинали. Вот. Но в конечном счете вот, как бы, все к нам присоединились. И произошел такой вот скачок. И я счастлив, что я был сопричастен к этому процессу. Что я оказался вот тогда в этом вот небольшой группе неразумных людей, которые тогда поняли, что Земля вертится, и как бы говорили это всегда. Все-таки она вертится. Компания вообще, она способствует тому, чтобы мы двигались дальше, чтобы мы развивали эндохирургию, чтобы вот это направление в хирургии, чтобы оно и дальше развивалось. И постоянно происходит внедрение каких-то, ну, во-первых, сначала изобретение компании, и затем внедрение в практику все новых и новых технологий. Вот. Ну, хотя бы возьмем системы визуализации. Когда-то мы работали первой этой вот камерой, SD-камерой, там с разрешением, и пришел момент, когда мы достигли каких-то уже предельных потолков сложности операции. И для того, чтобы идти дальше, нужно было новое разрешение, нужно было лучше видеть. И появилась HD-камера с хорошим разрешением, и она позволила нам перейти на новый такой реконструктивный уровень, более сложный уровень эндохирургии. Вот. Затем пришло время, когда мы почувствовали, что все-таки сложно работать на плоском экране, потому что получилось так, что вот это видеоизображение, оно сделало нас инвалидами, потому что мы утратили бинокулярное зрение, мы не видели глубину. Вот. И это, конечно, затрудняло. Вот. И когда мы получили 3D-изображение, то это было тоже новым шагом, то есть мы вернулись к нашему естественному восприятию трехмерного пространства. И это открыло нам новые возможности, горизонт. Вот сейчас я знаю, в работе вот 4К-технология, это технология, которая дает нам еще более высокое разрешение, то есть еще больше возможностей для более точных движений, а следовательно, выполнение более сложных операций. Но я хотел бы пожелать, во-первых, технологических вот таких вот успехов в развитии
чтобы вы оставались также всегда в лидерах вот этих внедрения новых технологий. Все эти вот годы вы успешно удерживаете лидерство в этом направлении. На самом деле, Карл Шторс лучшая из компаний, которых я знаю, которая занимается вот эндохирургией. Вот это первое. Второе, мне хотелось бы, чтобы вот эти традиции, которые у вас сформировались, особенно по отношению к хирургам и к обучению. Я не знаю другой такой компании, не знаю на самом деле, которая столько бы уделяла бы времени, внимания, средств и всего для того, чтобы обучать хирургов. Столько мастер-классов, сколько проводит компания Карл Шторс, столько как бы вот различных обучающих программ, поездок за рубеж на обучение и так далее. Это просто вот, ну нет такой больше компании еще. И мне бы хотелось, что, и это очень важно, это тоже помогает всем нам. Мы ездим, мы смотрим, мы видим людей, которые вы привозите нам, лучших экспертов, берем сразу как бы из рук в руки эти технологии и очень быстро двигаемся. И без этого нельзя сейчас. Вот в этом тоже хотелось бы. Вот. Ну, вот просто удерживать то, что уже есть, эти традиции, не терять темпы, да, и эти традиции продолжать все, и как бы успех, он всегда вам сопутствовал, я думаю, и впредь он будет сопутствовать. Спасибо, Владимир. Спасибо большое.